Сибирская река покорила многих живописцев страны, беспокойной ширью своих просторов, величавой красотой берегов, бурным, беспокойным, ритмичным течением реки. Енисей писали многие красноярские художники. Одним из первых среди них был Василий Иванович Суриков. В его этюдах Енисей запечатлен еще необжитым, суровым, могучим. Многое рисовал и писал Енисей ученик Сурикова, видный сибирский художник, живописец и график Каратанов. Продолжал разрабатывать тему о Енисее Ликаренко. К образу родной реки в той или иной мере обращаются все красноярские художники и пейзажисты и сегодня. Слово для приветствия и поздравления предоставляется министру культуры Красноярского края Аркадию Владимировичу Зинову. Мне кажется, что это событие является свидетельством того, что Красноярский край является одним из сильнейших регионов Сибири в художественной сфере. Многообразие видов и жанров, представленных здесь, раскрывает картину художественного процесса в нашем крае, в котором, как я уже успел увидеть, значительное место принадлежит современным художникам. В этой большой, если не сказать огромной выставке представлены произведения в различных направлениях: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство и скульптура. Красноярская школа пейзажа, так ярко заявившая о себе в 60-е годы и в дальнейшем продолженная последующими поколениями живописцев, в этой выставке находит отражение в творчестве современных художников, которые в новом витке передают силу, мощь и величественность нашей сибирской природы. Я хочу сказать большое спасибо организаторам. Уверен, что эта выставка вызовет неподдельный интерес у посетителей и вызовет в них желание прикоснуться к культуре нашего большого. Из Красноярского края состоит в том, что в нашем регионе успешно работает полная система образования в области изобразительного искусства, включающая детские школы искусств, Красноярское художественное училище имени Сурикова, Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского, региональное отделение Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской академии художеств в городе Красноярске. В том числе, благодаря данной системе, Красноярская региональная организация Союза художников России является самой многочисленной в Сибири. Именно поэтому наш край может по праву считаться сердцем изобразительного искусства Заурали. Слово предоставляется заслуженному художнику Российской Федерации, действительному члену Российской Академии Художеств, председателю Красноярской региональной организации ВТО «Союз художников России», председателю отделения Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской Академии Художеств Сергею Евгеньевичу Ануфриеву. Это нам, Красноярску, так повезло, что у нас есть такая возможность для огромного количества художников продемонстрировать свои достижения, свой талант, показать его зрителям, гостям нашего города, красноярцам, потому что потенциал нашей организации Союза художников и Российской академии художеств не может сравниться ни с какими другими сибирскими городами. И действительно, за Уралом Красноярску отношение как к большому брату. Потому что каждый год мы демонстрируем в выставочных залах комплекса «Сибирь» большие достойные выставки, которые не стыдно было бы показать не только в наших столицах, но, я думаю, и во многих столичных городах Европы и Америки. Это сейчас такая сложная ситуация с ковидом, но многие из наших красноярских художников свое творчество демонстрировали на лучших площадках действительно Европы и Соединенных Штатов Америки. Хочу сказать, что только при такой поддержке, которую мы чувствуем со стороны правительства Красноярского края и Министерства культуры, такая возможность у нас есть. И
первое ощущение, которое было у всех, что действительно Красноярск давно уже достоин иметь специальный экспозиционно-выставочный центр. И эта идея уже была озвучена о том, что в скором времени в Красноярске появится достойный современный выставочный комплекс, где будет возможность проведения выставок не только красноярских художников. Я думаю, что очень многие наши коллеги из других городов и других регионов с удовольствием предоставят свои работы на обозрение наших зрителей. Многие из тех, кто приходит на выставки, они уже знают, что каждый год такое большое, яркое, красивое событие. Такие замечательные работы, которые созданы художниками за последний период. Для них это возможность прийти им самим, привести своих детей, привести гостей. Многие из них приходят по нескольку раз и оставляют такие отзывы, что были три раза придем еще. Это значит, что люди не просто пришли, посмотрели, чем тут украшены стены. Они приходят еще раз, может быть, остановиться у какого-то произведения, постоять и подумать. Я хочу всех от души поздравить с этим настоящим праздником. И авторов в первую очередь, и наше Министерство культуры, низкий ему поклон. Спасибо большое. Спасибо вам, Сергей Евгеньевич. В России народный художник РСФСР, действительный член Российской академии художеств, действительный член Петровской академии наук и искусств Валерьян Алексеевич Сергин. Спокойную гладь, другая отображает красочное и торжественное настроение. Однако, несмотря на всю его многолитость, в пейзажах он все еще остается могучим богатырем, который защищает свой город Красноярск. Уважаемые гости, благодарим вас за участие в церемонии. Приглашаем всех вас поближе познакомиться с замечательными работами наших художников. Спасибо большое! И до 24 октября изучите, пожалуйста, каждое произведение, каждый уголок досконально.